Доброе утро! Сегодня 22 марта и с вами Камила Хакимуллина. Начнем нашу рубрику с рассказа об интереснейших гостях нашего прекрасного города. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам! Финские виолончелисты «Апокалиптика». Влюбленные в тяжелую музыку приедут в Казань со своим шоу. Их исполнительская манера поражает воображение, потому что они исполняют самый настоящий металл на нескольких виолончелях. Они начали с кавер-версий, но постепенно перешли к впечатляющему авторскому материалу и записали уже 8 альбомов. Стас Старовойтов и Тимур Каргинов. Да, стендап-юмор порой шокирует, но именно за это его и любят. Вы не поверите, но первыми эту нишу заняли совсем не бывшие КВНщики. Райкин, Хазанов и Петросян. Вот кто начал осваивать жанр разговорного юмора в России. Но если раньше все сводилось к попыткам просто рассмешить зрителя, то сегодня ему предлагают юмор интеллектуальный. Думаю, казанцы будут в восторге, но это еще не все. Есть у меня еще для вас пара интересных событий, которые вы точно не сможете пропустить. Смотрим! Удивительный случай. Уходя в выходной на работу, а на самом деле к другой женщине, ты никогда не подумаешь, что муж этой дамы вполне может оказаться поклонником подруги его жены, а сосед подруги по коммуналке – тайным воздыхателем твоей законной супруги. Самое странное, что ни один из героев не в состоянии разобраться в своих чувствах и не может определиться, с кем он хочет быть. Сегодня вечером вы можете увидеть, как закончится эта запутанная история. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока!